Великолепная игра. Спустя сколько там лет релиза. Вот что делают читеры в этой игре на данный момент. Вот возродился снайпером. Прикольно, да? Вон, читайте чат в правом этом. В правом верхнем углу. А вот, видимо, читак. Вот на истребителе появился. Лечу. Вот читак пишет, скорее всего, последнее сообщение. Ну, Electronic Arts молодцы, что они зато русский язык убирают во всех новых своих проектах. Они как бы очень хороший Battlefield выпустили. Вот, пожалуйста, любуйтесь, насколько хорошая компания Electronic Arts. О! Читер смиловался, дал поиграть. Такой, ну, поиграйте, говорит, пацаны. Ну, посмотрим, что получится. Что мне подсказывает, что сейчас все в голову прилетит. А, все. Опять, да? Прикольно. Охренеть просто. Зашел поиграть в любимую игру. Ну, после такого, я думаю, можно ее удалять и не вспоминать больше. Electronic Arts лучшая компания. Лучшая. Самое главное, что русский язык убрали. Молодцы. Топ.